Генрих сегодня в хорошей компании гуляет, в компании Синбернара Торы, да? Понравилась ей, ему Тора, понравилось, сказал, что это девушка его мечты, что он всегда мечтал иметь такого друга. Ну, а Тора такая она, с серьезным характером барышня. Вот. Если что-то не понравится, может и объяснить. Но пока что ей все нравится. Пока что Генрих ее в качестве партнера по прогулкам устраивает.